после матча пресс-конференцию Валерий Георгиевич Карпин. Вашему вниманию, Лонгини Ростова. И, пожалуйста, ждем ваши вопросы о прошедшем матче. Да, пожалуйста, здравствуйте. Сегодня достаточно редкий для нынешнего сезона случай. Ростов много сыграл. Можно в связи с этим назвать игру Ростова общекомандную даже, не только линии защиты в обороне, идеальной. И, исходя из этого, второй вопрос, добавил ли Сако основательности именно уже линии обороны? Ну, идеально я бы не назвал игру в обороне сегодня. При том, что на ноль сыграли, там не так много моментов было. Но в обороне это не только когда ты находишься на своей половине поля, когда на чужой половине поля находишься, тоже надо обороняться. Даже при том, что мы владеем мячом. Правильно располагаться, правильно располагаться по отношению к соперникам, которые остаются, к нападающему, условно, чтобы не пропускать контратаки, а контратаки были опасны. Поэтому идеальный назвать не могу, но на ноль сыграли, так что более чем достойные. Сако добавил, то есть были игры и без Сако, там с условным, когда играл Сипенко с Мелехиным, допустим. Или кто-то другой, Сипенко с Мелехиным, тоже были хорошие игры. Так что и Сако, и Рональдо, в принципе, достойно, опять же, для первой игры. Выглядели неплохо, так что, ну, понятно, что надо еще, можно лучше еще. Бывает так, что иногда после сборов, перед первой игрой после сборов, официально, да, тренеры говорят, что я сам не совсем понимаю, чего ждать сегодня от моей команды. Вы понимали, чего сегодня ждать, и совпало ли это ваши ожидания? Ну, глобально, да. Глобально то, что сегодня увидели на поле, да, примерно это и ожидал. Сегодня не было заявки Калича Прилуткина, но долго ли они выходили? Ну, их в последних матчах не было, или не знаете. На сборах именно. Ну, с Локомотивом мы составили знали. Ну да, до этого уже не было, по-моему. И даже заявки их не было, так что надолго ли, не знаю, надолго или нет, но я думаю, что после паузы на сборную должны быть. То есть в апреле. Примерно то же самое. Возможно, кто-то раньше подойдет, возможно. На кубок 12-го, возможно, кто-то будет уже, но не факт. Нужен еще один вопрос. Последние годы так складывалось, что в весенней части сезона не очень хорошо было готово поле на Ростов-Арене из-за разных причин. Я думаю, что сегодня грех жаловаться на состояние поля. Как вы считаете? Ну, жаловаться грех, да, это, я знаю, поблагодарить всех, кто был задействован в этом процессе, я имею в виду, делали реновацию, поэтому за последние матчи играли на выезде в декабре, в ноябре-декабре уже. Все эти люди, которые участвовали в этом процессе, всех поблагодарить. Думаю, и картинка, да и поле само по себе, я думаю, похоже на то, что выдержало и сегодняшнюю игру. Теперь главное, чтобы 8 числа еще выдержало, а там уже следующая у нас игра дома только в апреле, я надеюсь, что еще лучше будет. То есть все предпосылки для этого есть. Последний от меня вопрос. Можно узнать ваше отношение к нововведению, но сегодня не пришлось его применять. Но речь о том, что судьи теперь будут объявлять по стадиону решение, принятое после просмотра ВАР. Ну, наверное, интересно кому-то. Ну, болельщикам, там, не знаю, еще кому-то. Не от того, что они объявят, ну, как бы, ни холодно, ни жарко. Но объявили. Потом посмотрим. И ЭСК скажет, что это было неправильное решение. Допустим. И что? Что изменилось-то? Потому что они скажут, что он принял такое решение, они также нам говорят не на весь стадион, а на поле. Это была рука, а потом, оказывается, руки не было. Или наоборот, я имею в виду. То есть. Ну и что? Спасибо. Спасибо вам. Коллеги, есть еще вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте. В марте сборная России сыграет с Сербией и Парагваем в Москве.
Возможно ли, что, например, летом или осенью наша сборная сыграет с кем-то из соперников в Ростове-на-Дону? Это вопрос к матчу? Это вопрос к сборной. Ну, там и спрашивайте. По прошедшему вас приветствую. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Можно я так задам? Да, задавайте. Валерий Георгиевич, Махеди прошел большой турнир в Абхазии, сборная дошла до полуфинала. Были ли какие-то сложности с тем, чтобы его подвести к рестарту чемпионата? Потому что ну, сегодня он замечательно сыграл, но тем не менее, как-то индивидуально, может, работали с ним именно, потому что игрок месяц был на турнире и тут так носится классно. Что сделали? Ну, поэтому и носится классно, потому что он не пропускал. Он отдохнул в декабре, по-моему, 3 недели отдохнул, все, весь январь. Тренировался со сборной и играл. Так что он в тонусе, в игровом уже даже, если наши футболисты, которые были на сборах, сказали, что они в тонусе, да, но не в игровом. То есть игры, одно дело товарищеские игры, другое дело официальные. Так что как раз с ним-то меньше всего проблем, так скажем. Если помните, Шумородов тоже приехал после Кубка Азии и феерил. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы о матче? Если нет, на этом мы прощаемся. Все, спасибо. Внимание. До свидания. Спасибо.